Чтобы знать, кто у нас депутат. Александр Провоторов. Кто у нас депутат? Они загорают. Скажите, кто депутат в вашем 9-м округе? Понятия не имею. Срок не знаю. Извините, не знаю. Я не знаю, не знаю. Не знаю. 9-го округа я не знаю. Понятия не имею. К сожалению, я не знаю. Понятия не имею. Понятия не имею. Не знаю. Ой, не знаю. Я не знаю, не в курсе дела. Ой, я знаю, мой депутат Провоторов. Скажите, а какие проблемы есть в вашем округе здесь? Одни проблемы. Одна из самых главных проблем – как этих начальников менять. Вот он залезет туда, а потом за взятки продолжает перевыборы. И вот постоянно сидит. Вот тут пойдите, посмотрите, они одни и те же. Паёк не приносят. Полтора месяца обещали. Даже волонтер звонила, девочка, по-моему, Юля звать ее. ЖКХ, дороги, медицина, оплата труда, школа, образование, это все тоже проблемы. А, неубранные участки, вот, мусора, вот, выходишь, идешь за четвертую школу, заходишь туда, в сторону космонавтов идти на угол, заходишь, там... Мусора просто, мне кажется, такое впечатление, там нет дворника, никто его не убирает. Мне так обидно, иногда хочется просто самой брать и начинать что-то делать. Дороги тоже оставляют желать лучшего. Внутри, между домами проехать невозможно. Во дворах, сами знаете, какие дороги. Зарплата маленькая, все, проблема. Дороги это постоянно наша проблема. Ну, мы вообще его работой довольны. Потому что у нас все благоустроено, и дом, и детская площадка. Скажите, как депутат Провоторов решает ваши проблемы? Никак. Откупает избирателей, то набирает штат. Вот такая мафия, их всех надо гнать, всех до одного. Сменить, других посадить. Я Провоторов, я за него, кстати, голосовал, но больше я его, честно говоря, не видел. Никого, ничего не прошу. Я ни разу не видела, чтобы он что-то тут решал или собирал какое-то собрание. Я его вообще здесь у нас не видела. Не очень сказать хорошо, но ремонты домов ведутся. Я просто даже и не знала, кто это. Он никогда не появлялся. Где его приемные, понятия не имею. То есть никак он себя не проявлял как депутат, к сожалению, я не знаю. Ой, даже не знаю, решает ли он их. Я про него первый раз слышу. Чтобы знать, кто у нас депутат. Александр Провоторов. Кто у нас депутат? Они загорают. Я вообще к нему не обращался и не могу сказать, как он может мои проблемы решать. Я решаю свои проблемы сам. Ну как решает? Положительно решает. Когда обращаемся, никогда отказа нет.